Йоу, what's up? Меня зовут Сергей Сытар, и мы с вами находимся на автодроме Чайка на третьем раунде Bitlook Pro M-Drift. И вчера у нас был просто бомбический парад по городу. Впервые в истории украинского дрифта все участники соревнований проехались в центр, отсюда, с автодрома Чайка, по центральным улицам, по знаковым местам города Киева. Мы потусовались немножко на Европейской площади, подарили улыбки всем прохожим, которые нас встречали, которые снимали нас на телефоны. И это было очень приятно, аж до мурашек. Я надеюсь, что нам удастся еще это повторить, и готовимся к Одессе. Я думаю, в Одессе будет жарко.